Добрый день, здравствуйте. Начнем наше занятие. Народу я вижу не очень много. Меня слышно? Да. Да, хорошо, спасибо. Итак, давайте посмотрим, какие доклады у нас на сегодня есть. Начнем с первой группы. Халфина есть у нас? Да, есть. Да, сейчас я вас активирую. А, нет, я же не на этой паре пользуюсь. Как у вас стоит планировщик задач Крон? Я там изменила. А, вы отказались, да, от этой темы, да? Сейчас я напишу, что отказалась от этой темы. Угу, хорошо. Вы на другое занятие, да? Да, хорошо. Тогда Топонин Никита Андреевич. Да, я здесь. Давайте я вас активирую. Давайте. Видите? Вы видите, так, да, презентацию? Да. Давайте послушаем. Тема моего доклада – это команда AVK. Содержание. Я вам расскажу вообще, для чего нужен AVK, синтаксис данной команды и покажу простейшие примеры ее применения. Для чего вообще нужен AVK? В данном случае название доклада слегка вводит в заблуждение, так как AVK — это не совсем команда. Это язык программирования со своими собственными правилами. Мы можем писать на нем скрипты для выполнения сложных операций, либо можно просто использовать из командной строки. Его название составлено из заглавных букв фамилий Aho, Weinberger и Kernighan, авторов языка, история которого началась в 1977 году. И так как мы знаем основы C, то когда будем рассматривать примеры, сможем увидеть много общего при изучении AVK. AVK — это утилита или язык для извлечения данных. Именно AVK являлся источником вдохновения для Лэри Волла, когда он создавал свой собственный язык под названием Perl. Для выполнения различных практических задач по обработке текста AVK часто используется совместно с SED. SED — это потоковый редактор текста, который работает по принципу замены. В зависимости от задач, для которых которые мы выполняем, используется либо AVK, либо Perl. Хотя, в принципе, и тот могут выполнять эти задачи. Это больше от личностных предпочтений. Как и SED, AVK читает за один раз одну строку, выполняет определенные действия и в зависимости от заданных опций выводит результат. Одним из самых простых и популярных способов использования AVK является выбор столбца из текстового файла или из вывода другой команды. То есть, когда мы работаем с каким-то большим объемом однотипных данных, и нам нужно вывести определенный столбец, для этого идеально подходит AVK. Итак, синтаксис команды. Для того, чтобы нам пользоваться, нам нужно знать ее синтаксис. Как я уже ранее сказал, она читает документ, либо то, что мы подаем ей на вход из терминала по одной строке за раз, выполняет указанные действия и выводит результат на стандартный вывод, либо в другой файл, если мы укажем соответствующую опцию. Синтаксис выглядит так. Сначала идет, соответственно, три буквы AVK, затем идут опции и в кавычках условия, за которыми следуют в фигурных скобках действия. Если несколько таких пар условий действия, они перечисляются просто через пробел.
И теперь рассмотрим опции данной утилиты. Минус F – это разделитель полей. Он используется для разбиения текста на колонки, так как по дефолту у нас стоит, что разбиваются колонки пробелом, мы можем установить символ, который будет, соответственно, разбивать эти колонки с помощью данной опции. Минус F – это мы читаем не из стандартного вывода, а из файла. Минус V – присваиваем значение переменной. Это вот тоже отсылает, соответственно, к языкам, так как в терминале мы мало где можем работать с переменными, здесь у нас есть такая возможность. Минус B – считать все символы однобайтовыми. Минус D – вывести значение всех переменных AVK по умолчанию. Минус D большая – это режим отладки. Соответственно, опять же, как и в языках программирования, мы можем пошагово отследить, как работает данная команда, и найти свои ошибки. Минус E – выполнить указанный код на языке AVK. Минус O – вывести результат программы в файл. И минус V большой – вывести версию утилиты, которой мы пользуемся. Далее функции действия, которые мы можем использовать при работе с AVK. Print – это вывод чего-либо в стандартный поток вывода. Printf – форматированный вывод. System выполняет команду в системе. Length – возвращает длину строки. Substr – обрезает строку, соответственно, с того символа, который мы укажем, количество символов, которые мы укажем, и возвращает результат обрезанной строки. ToLower переводит всю строку в нижний регистр. ToUpper переводит всю строку в верхний регистр. В функциях действиях мы также можем использовать различные переменные и операторы, такие как fnr, который вернет номер обрабатываемой строки в файле, fs, это он выдаст нам, что является разделителем полей, nf, количество колонок в данной строке вернет, nr, общее количество строк в обрабатываемом тексте, rs, разделитель строк по умолчанию, это символ новой строки. И доллар, соответственно, когда мы хотим вывести какую-то колонку, мы ссылаемся к ней по доллару. Так, примеры. Как я говорил в самом начале, самой востребованной задачей является выборка полей стандартного вывода по колонке. И, соответственно, в первом примере я обращаюсь по print $1, AVK print $1, чтобы вывести первую колонку. Она у меня one, соответственно, она и выводится. Также в AVK можно выводить данные в определенном формате, то есть менять их порядок и тому подобное, выбирать несколько слов. Это второй пример, где я ввожу сначала третью колонку, а потом первую. Также, когда нам нужно... В третьем примере мы можем в print добавлять в двойных кавычках какие-то свои символы, и они будут выводиться совместно с тем, с чем мы работаем в потоковом вводе, то есть в выводе. И nf у нас обратится к самой последней, так как он возвращает количество столбцов, то он обратится к самому последнему столбцу, которым является for. Также nf можно использовать для того, чтобы обращаться к середине списка. Для этого мы используем nf на 2 плюс 1. Вот, в предпоследнем примере я показываю, ну, так сказать, близость к языку C, то, что мы можем складывать вот так, как бы второй столбец, сложить все символы, которые в нем есть. То есть 1 и 2. Для этого мы в переменную сам в каждой строке прибавляем второй столбец и выводим ее, соответственно. Ну и, как и во всех языках программирования, с чего начинается изучение, это Hello World. Пишется на AVK следующим образом.
На этом у меня все. Спасибо, спасибо. Есть ли вопросы какие-нибудь, замечания? Замечания по презентации. Очень много, особенно на последнем слайде, все на один слайд нагромождено. Структура слайда должна быть следующая. На каждом слайде одна идея. У вас куча примеров на одном слайде. Нужно было выделить под каждый пример свой слайд. И, соответственно, чтобы люди видели именно этот слайд. И все. Спасибо, спасибо. А следующий у нас Кувшинова. Есть? Да, давайте сейчас я вас подключу. Угу. Кувшинова. Угу. Так, давайте. Чуть погромче, если это возможно. Да, конечно. Тема моего доклада. Нет, опять тихо. Может быть, усилите микрофон? Сейчас постараюсь. А так слышно? Еще чуть-чуть добавьте. А вот так? Вот так лучше, конечно, так лучше. Так, спасибо. Тема моего доклада – применение АВК для разработки текстов, разбора текстовых файлов с данными. Начнем с определения. АВК – это не просто утилита, а язык программирования, разработанный для обработки и извлечения данных. Его название составлено из заглавных букв АХО, Вейнберджер и Кернихан, авторов языка. С помощью АВК можно выполнять следующие действия. Объявлять переменные для хранения данных, использовать арифметические и строковые операторы для работы с данными, использовать структурные элементы и управляющие конструкции языка, такие как оператор if-else и циклы, что позволяет реализовать сложные алгоритмы обработки данных. А также можно создавать форматированный отчет. Схема вызова АВК. Само название АВК. Дальше идут опции. И в одинарных кавычках условия и в фигурных скобках действия. Опции АВК. F большое. Разделитель полей используется для разбиения текста на колонки. F маленькое. Прочитать данные не из стандартного вывода, а из файла. V маленькое. Присвоить значение переменной. V большое. Вывести версию утилиты. E. Выполнить указанный код на языке АВК. O. Вывести результат работы программы в файл. Действие АВК. Print. Вывод чего-либо в стандартный поток вывода. Printf. Форматированный вывод в стандартный поток вывода. Length. Возвращает длину строки. To lower. Переводит строку в нижний регистр. To upper. Переводит строку в верхний регистр. Также в действиях можно использовать различные переменные и операторы. Например, fnr – номер обрабатываемой строки в файле, fs – разделитель полей, nf – количество колонок в данной строке, nr – общее количество строк в обрабатываемом тексте, rs – разделитель строк по умолчанию, символ новой строки, знак доллара – ссылка на колонку по номеру. Условия позволяют выполнять определенные блоки кода АВК для начала и конца файла. Для этого вместо регулярного выражения используются директивы begin – начало и end – конец. Примеры использования АВК в Linux. Скрипты АВК можно записывать прямо в командной строке. Оформляются в виде текстов команд, заключенных в фигурные скобки. АВК предполагает, что скрипт представляет собой текстовую строку. Его нужно заключить в одинарные кавычки, а выводимый текст – двойные кавычки. Вот небольшой пример. Запустив программу, ничего не произойдет, так как мы не указали файл с данными. АВК ожидает поступления данных из stdin. Если ввести что-то в консоль и нажать Enter, АВК обработает введенные данные с помощью скрипта, заданного при его запуске, и ничего не сделает данными. А в ответ на каждую новую полученную им строку выведет на экран текст, заданный в команде print. Одна из основных функций АВК заключается в возможности манипулировать данными в текстовых файлах.
Для этого путем автоматического назначения переменной дается каждому элементу в строке. По умолчанию АВК назначает следующие переменные каждому полю данных, обнаруженному им в записи. $0 представляет всю строку текста, $1 первое поле, $2 второе поле и так далее. Поля выделяются из текста с использованием символа разделителя. По умолчанию это пробельные символы вроде пробела или символа табуляции. Например, я создала файл, и в первом я хочу вывести первое поле, во втором случае я хочу вывести всю строку текста и весь текст, а во втором случае я хочу вывести второе поле. Также можно использовать два знака вместе, отделив запятой. И в данном случае я вывожу второе и третье поле. АВК может группировать несколько полей и позволяет включать статические данные. Для этого в скрипте нужно отделить их запятыми, как я говорила ранее. В некоторых файлах используются другие разделители, отличные от пробелов или символов табуляции. В таком случае используется ключ АВК большая F, который позволяет делать необходимый для обработки конкретного файла разделитель. Рассмотрим на примере запятой. У меня в третьей строке после слова «теперь» была запятая. И, соответственно, она не выводится дальше. Текст с этой строки не выводится дальше, так как я поставила разделитель запятой. Если необходимо выбрать последнее поле, так как мы не всегда можем знать, сколько у нас полей, можно воспользоваться переменной NF. Вот так можно вывести последнее поле, например. Иногда нужно выполнить какие-то действия до того, как скрипт начнет обработку записи из входного потока. Для этого можно воспользоваться ключевым словом begin. Команды, которые следуют за begin, будут исполнены до начала обработки данных. Ключевое слово end позволяет задавать команды, которые надо выполнить после окончания обработки данных. С помощью данных ключей можно сформировать шапку и подвал отчета. Вот на небольшом примере показываю работу begin и end. Сначала я хочу, чтобы вывелось начало письма, а в конце хочу, чтобы вывелось предложение «следует». А между этим я хочу, чтобы вывелся весь мой текст из файла. И, собственно, так оно и работает. Также я написала скрипт следующего содержания и сохранила его в файле. Здесь дан fs-разделитель полей, двоеточие. И я хочу, чтобы выводилось первое и шестое поле. И так оно будет работать. Ключ F маленькое позволяет мне выводить данные из файла. И таким образом можно немного структурировать, выводить данные. Переменная WieldPies позволяет читать записи без использования символа разделителей полей. В результате символы в строках будут разбиты в соответствии с заданной шириной полей. Ну, не очень красиво, но я старалась показать именно работу данной переменной. То есть я задала разбиение, то есть ширину 3, 5, 2, 5. То есть сначала 3 символа, пробел 5 символов, пробел 2 символа, пробел 5 символов. И вывела каждое поле из своего файла. Перемены RS и ORS задают порядок обработки записи. По умолчанию RS и ORS установлены на символ перевода строки. Это означает, что АВК воспринимает каждую новую строку текста как новую запись и выводит каждую запись новой строки. Иногда случается так, что поля в потоке данных распределены по нескольким строкам. Для примера я создала шаблон файла. Если попытаться прочесть эти данные при условии, что fs и rs установлены в значение по умолчанию, АВК сочтет каждую новую строку отдельной записью
и выделит поля, опираясь на пробелы. Но это не то, что я хочу сделать в данном случае. Для того, чтобы решить эту проблему, в FS надо записать символ перевода строки. Это укажет АВК на то, что каждая строка в потоке данных является отдельным полем. Кроме того, в данном примере нам понадобится записать в переменную RS пустую строку. Нужно обратить внимание на то, что в файле блоки данных о разных людях разделены пустой строкой. В результате АВК будет считать пустые строки разделительными записи. И использовав данные переменные, я вывела информацию так, как мне удобно. Переменные argc и argv позволяют работать с аргументами командной строки. При этом скрипт, переданный АВК, не попадает в массив аргументов argv. Рассмотрим на примере. Напишем такой скрипт, и после его запуска мы можем увидеть, что общее число аргументов команды строки 2, а под индексом 0 в массиве argv записан АВК. В элементе массива с индексом 1 в данном случае будет имя обрабатываемого файла. Переменная fnr хранит число записей, обработанных в текущем файле. Переменная nr хранит общее число обработанных записей. Рассмотрим пример. Значение fnr сбрасывается в начале обработки каждого файла, а вот nr при переходе к следующему файлу сохраняет значение. Также в АВК могут быть осуществлены условный оператор if-else, циклы for и while. Условный оператор представляет собой ключевое слово if, за которым в скобках записывают проверяемое выражение, а затем команду, которую нужно выполнить, если выражение истинно. Если нужно выполнить в блоке if-else несколько команд, их нужно заключить в фигурные скобки. После ветви if, сразу перед else, надо поставить точку запятой. Ну, я показала небольшой пример, что если третье поле меньше двух, то вывести второе поле. Но так как три не меньше двух, ничего не вывелось. И если первое поле меньше двух, а это единица, и она является числом меньше двух, то я ввожу второе поле, и у меня выводится два. В цикле for начальное значение переменной счетчика и правила ее изменения в каждой итерации, а также условия прекращения цикла задаются в начале цикла в круглых скобках. Я сделала файл, в котором записала следующие данные, и написав такой скрипт, я хочу вывести треть суммы чисел в строке. Ну, если проверить по калькулятору, все верно. Цикл while позволяет перебирать наборы данных, проверяя условия, которые остановят цикл. Я разобрала этот пример на том же файле и также получаю треть суммы чисел в строке. Также при работе с АВК нам доступны встроенные функции. В частности, это математические функции. Это косинус и синус, возвращение целой части, нахождение натурального логарифма, нахождение квадратного корня и возвращение случайного числа с плавающей запятой в диапазоне от 0 до 1. Все примеры рассмотрены на слайде, как это записать правильно. И в заключении хотелось бы обобщить то, о чем я говорила. Во-первых, мы узнали, что АВК — это не просто утилита или команда, а настоящий язык программирования, разработанный для обработки и изучения данных. Также мы рассмотрели реализацию опций действий АВК, использование условного оператора и цикла for и while, а также математические функции, встроенные в АВК. Большое спасибо. Есть ли какие-нибудь вопросы, замечания? Спасибо. Следующий у нас идет Фирстов.
Извините, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, можно у вас спросить кое-что? Так. У меня ребята из группы, они хотят взять некоторые доклады, им очень понравилась тема, там, на следующий, еще через лекцию, вот, но они боятся то, что кто-то уже их взял из других групп, и это не будет проблемой, если у нас там из второй, из третьей группы взяли, и мы тоже возьмем из первой. Ничего страшного. Ничего большое страшного, вам спасибо. Нет. А то мы начали волноваться, вдруг там запретят рассказывать. Спасибо. Нет. Значит, Фирстов есть у нас, да, я вижу. Готов докладывать? Да, 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 доклад готов. Да, я вас активирую сейчас. Так, так давайте посмотрим. Так, видно? Да, да, давайте мы. Ну вот, собственно, у меня сегодня доклад использования АВК для разбора текстовых файлов с данными. Ну, надо начать с того, что такое АВК. АВК – это в целом такой скриптовый язык, C-подобный, для построчной обработки входного потока, ну, то есть текстовых файлов или, ну, например, вывода другой команды. Это тоже можно использовать как входной поток в АВК. По определенным шаблонам, там, регулярным выражениям. В общем, обработка текста. Название языка произошло от инициалов его разработчиков Альфред Тахо, Питер Вайнбергер и Брайан Кернинхан. Первая версия АВК была создана в 1977 году в лаборатории AT&T Bell Laboratories. Вот, сейчас существует несколько вариантов языка. Оригинальный АВК, N-AVK, более улучшенная версия от того же AT&T лаборатории, и G-AVK, GNU-AVK. Все, ну, в Linux идет именно GAVK, потому что это, ну, GNU Linux AVK. Вот. Возможности. Он умеет работать не только с текстовыми файлами, то есть точно так же, как вот мы используем цепочку команд, например, grep, можно использовать вместо grep AVK для фильтрации и вывода. При этом он может даже запускать программу, вводить незаданные аргументы, как вот AVK Program Input File, то есть выполняем программу Program при помощи данных из Input File. А также, так как это у нас скриптовый язык все-таки, а не просто обработчик данных, мы можем использовать функции, объявлять какие-то свои function, вот, ну, как все примерно, использовать циклы, while, там, for, или проводить там вычисления. То есть там какие-нибудь корни вычислять, квадраты, суммы, разницы, тоже это все можно делать в АВК. И это может быть полезно, потому что может быть такая задача. Вот, как работает АВК? Вот, примерно в этой блок-схеме изображено, как работает АВК. Сначала он выполняет команды из блока begin, затем идет в основной, ну, основной цикл — это что он сначала считывает строку из входного потока, выполняет на ней заданные операции, которые либо в отдельном файле заданы, либо ну, в аргументах команды введены. И если достигнут конец файла, то мы переходим к командам end. Если конец файла достигнут, и есть следующая строка, то ее считываем, выполняем команды дальше. Вот примерно такой достаточно простой цикл идет. Ну и, соответственно, у нас получается, что есть три блока команд. Первый — это begin, сделать что-то в начале. Второй — это процесс, то, что выполняется для каждой строки. И end, что делает в самом конце. Вот. Как можно работать с текстовыми файлами в АВК? Очень удобно работать с входными данными, изменять форматирование, вычислять природные строки, находить данные при помощи разделителей, работать с информацией о файле, там, дата изменения, размер файла, все это он умеет с этим работать. Плюс ко всему, АВК умеет, ну, он работает с данными не только построчно, но он умеет представлять это в табличном данном, ну, в табличном виде. Так у нас есть разделители в строке, они могут быть пробелами или может задать собственный, даже хоть слово может являться разделителем между данными. Поэтому он может работать со столбцами, вот как видно на картинке, у нас есть столбцы от ЕГИК, вот это вот X и... Вот, ну, три столбца символов, как видим, у нас по столбцу можно совершенно спокойно к ним обращаться.
Это потому что АВК умеет работать с данными при помощи столбцей, ну, столбцов и разделителей. Вот. Например, можно, как можно использовать АВК? АВК print номера столбцов. Можно задавать шаблоны, например, в файле. И при этом использовать файл как аргумент, и тогда не нужно каждый раз перепечатывать все нужные шаблоны. Можно их сохранить один раз. Можно, например, есть параметр length, который позволяет найти длину строки, то есть можно работать с длиной строки. Можно работать с номером строки, например. Например, вывести все четные или нечетные файлы при помощи NR. Ну и, соответственно, можно работать отдельно с полями. То есть поле — это конкретно вот A, X и B — это все три поля, разделенные пробелом. Вот. Ну и вот так можно работать с текстовым файлом в AVK. Все. Спасибо. Очень познавательно. Недостаток тоже, что было у первого оратора, очень все нагромождено на одном слайде. Это не дает воспринимать адекватно информацию. То есть не нужно много идей давать на каждом слайде. Каждый слайд соответствует одной идее. Спасибо. Следующий у нас Шутенко. Можно вопрос один? Да. А сдавать доклады на ту же страницу на Туисе, потому что там... Да. Туда загружается одновременно и слайды, и доклад. Ну, я понял, просто там нужно как редактировать ответ, да? Потому что там, там же уже оценено, доклады. Если вы... Я уже предыдущий доклад сдавал. Значит, если оценено, то значит все. А вы два хотите сделать? Я уже делал доклад до этого. Тогда я... У меня просто там старый висит, и его как? Как второй-то загружать, новый? Ой, вот это вот как-то интересная ситуация. Все равно максимальный балл-то вы поднимете только до максимального балла. Два раза вы не получите эти баллы. Давайте я вам там тогда подниму все до максимального балла. Хорошо? Хорошо. Угу. Подскажите, пожалуйста, меня слышно? Здравствуйте. Да. А Горбунова Ярослава из первой группы инфо ИБД? Она после Шутенко идет. Все, спасибо, а то я испугалась. Шутенко, Виктория, вы готовы? Да. Я вас сейчас активирую. Хорошо. Сейчас найду. Угу. Так, все, поставил вас активно. Угу. Так, а надо выбрать экран или презентацию? Надо экран выбрать. Угу. Видно? Пока еще Вот, да, все пошло. Давайте вы максимально делайте. Давайте. Угу. Так, моя тема – утилиты мультиплексора Screen и Tmux. План моего рассказа – определение, принцип работы, преимущества и недостатки Screen и Tmux. Среди наиболее часто используемых инструментов любого администратора можно выделить терминал. Нередко во время работы приходится одновременно использовать несколько вкладок. Например, у вас такая ситуация. В одном окне у вас открыто управление сервером, в другом управление базой, а в третьем, например, копирование файлов или что-то подобное. Когда открытых вкладок становится очень много, отслеживать одновременно все процессы становится довольно-таки трудно. Для этого существуют специальные программы, с помощью которых можно решить эту проблему. Они называются терминальными мультиплексорами. Иными словами, это программа, которая позволяет одновременно работать с несколькими терминальными сессиями в одном окне. Какой же принцип работы у них? Терминал с множественными вкладками создается на удаленной машине.
На локальной машине окно терминала делится на несколько частей, и в каждой из них могут быть запущены любые приложения и процессы. От удаленной машины можно подключиться, текущая сессия будет сохранена, а затем можно снова подключиться к ней и продолжить работу. Screen и TMAX – две свободные утилиты-мультиплексоры, которые представляют собой доступ к нескольким терминалам в рамках одного окна. Можно сказать, что они незаменимые помощники при запуске программ на удаленном сервере, а также при работе с утилитами, запущенными из командной строки. Мультиплексор Screen. Его особенности. Ну, во-первых, он является первым мультиплексором и был разработан еще в 1987 году. Какие его преимущества? Ну, во-первых, это поддержка нескольких сессий одновременно. Ну, вот, например, можно начать сессию для редактирования конфигурационных файлов, отключиться от нее, в два клика начать новую сессию, всего лишь запустив скрин, и без проблем вернуться к предыдущей. Для этого нужно лишь знать команду Ctrl-A, чтобы закрыть текущую сессию, и ключ R, чтобы запустить по новой. После повторного запуска надо продолжить работу, можно продолжить работу на другом ПК, поскольку текущая сессия сохраняется на сервере. Второе – это наблюдение за выбранным окном. Это делается с помощью команды Ctrl-AM. После введения этой команды будут рассматриваться все изменения, происходящие в конкретном окне, даже если работа на данный момент ведется в другом окне. Собственный механизм копирования и вставки. Перевести оконный менеджер в режим копирования можно при помощи команды Ctrl-AC. Дальше нужно воспользоваться указательными клавишами и пробелом, чтобы скопировать текст и ставить его командой Ctrl-AC. Также возможно создать клавиатурные комбинации на свое усмотрение. Ну, например, для вызова часто используемых приложений. Это делается опцией bind конфигурационного файла. Теперь про TMAX. Считается современной копией Screen, выпущенной под лицензией BSD, поддерживает множество окон, имеет расширяемый скриптами командный интерфейс. Был разработан 20 ноября 2007 года. Какие же его преимущества? Ну, во-первых, более ясный формат написания строки статуса. После запуска утилиты статусная строка активируется автоматически. Также это возможность вертикального разделения экрана. В отличие от Screen, где горизонтальное деление устанавливается по умолчанию, поддержка разделения по вертикали появляется только в версии 4.2. Эта опция вызывается командой Ctrl-B, Split Vertical. Также есть возможность подключаться к текущей сессии несколько раз, используя TMAX Attach. При этом другие подключенные пользователи также смогут оставаться в системе. Далее это прокрутка истории при помощи колеса мыши. Для этого достаточно лишь перейти в режим Mouse Mode On. При подключении к скрин другого пользователя не нужно запускать скрипт. Команды можно выводить как в виде клавиатурных комбинаций, так и с терминала. Итак, выводы. Мультиплексоры – программы, которые позволяют одновременно работать с несколькими терминальными сессиями в одном окне. Screen и TMAX – две свободные утилиты-мультиплексоры, которые представляют доступ к нескольким терминалам в рамках одного окна. Screen является первым мультиплексором, разработанным с 1987 года. TMAX представляет собой более современную копию Screen, поддерживает множество окон, имеет расширяемый скриптами командный интерфейс. У меня все. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы? Давайте тогда перейдем к Горбуновой. Сейчас я. Угу.
Так. Да, можете подключаться. Видно экран? Так, да. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на тему, что такое планировщик задач Крон и ему подобные, настройка и примеры заданий. Мы обсудим такие вопросы, как что такое Крон, что такое Крон-задачи, наглядный пример работы Крон, настройки и примеры заданий, похожие программы на Крон, и подведем итоги. Что такое Крон? Крон является классическим демоном, который выполняет различные задачи по заданному расписанию. Демон, как мы помним, это одна из разновидностей программного обеспечения для систем Unix, и его характерная черта — это запуск и работа в фоновом режиме. Что такое крон-задачи? Задача для данной программы под своим названием подразумевает верно заданные временные параметры и указание точного пути, то есть местонахождения файла, который нам нужно будет запускать. Рассмотрим наглядный пример работы крон. Как уже и упоминалось выше, задачи из файла крон выполняются согласно заданному для каждой из них расписанию. И если пользователю нужно, чтобы какое-либо задание его выполнялось, то первым делом он должен внести эту задачу в таблицу крон по определенным правилам внесения этой задачи. После этого задача будет ждать своего указанного времени, и после этого крон приведет ее в исполнение. Далее задача отправится вновь на ожидание указанного времени, и так будет продолжаться до тех пор, пока пользователь не удалит эту задачу из таблицы крон. Существует два пути добавления задач в крон. Первый — это редактировать файл конфигурации крон-таб, но этим путем не рекомендуется пользоваться, потому что при неграмотном редактировании этого файла все может привести к краху работы этой утилиты. И второй способ — это использование команды крон-таб с опцией «Е». Зачем используется эта опция, будет пояснено на следующих слайдах. Использование соответствующих опций совместно с какими-либо командами, как мы знаем, это привычная практика для работы в консоли, и для команды крон также существуют опции. Первая опция «Е» существует для редактирования расписания задач, то есть при ее использовании для нас откроется текстовый редактор с временным файлом, в котором уже будут представлены все задачи существующие. После этого пользователь сможет внести коррективы в этот файл и добавить новые задачи. И после завершения работы с этим файлом и выхода из текстового редактора данный временный файл будет обработан, а все задачи будут добавлены в соответствующий файл. И главное сделать тут замечание. Процессы, добавленные в файл, запускаются от имени того пользователя, кто их добавил. То есть задачи, добавленные от root-пользователя, будут запускаться только во время работы root-пользователя, не какого-нибудь гостя. Вторая опция R — это опция, предназначена для очистки расписания задач. Опция L предназначена для вывода на консоль содержимого действующего файла крон. Настройка и примеры заданий крон. Синтаксис настройки одной задачи крон имеет свои особенности. Нам нужно будет указывать минуту, час, день недели, а перед днем недели стоит месяц. И точный путь к исполняемому файлу, который нам нужно будет запускать. Роль каждого из этих пяти пунктов синтаксиса играет звездочка или же числовое значение. Звездочка ставится, если нас удовлетворяет, так сказать, этот пункт, а числовое значение, если мы хотим поставить точное время, когда должен выполняться файл. Ну, например, чтобы файл выполнялся ежеминутно, каждого часа, каждого дня, месяца, то нам нужно все эти пять пунктов оставить звездочками и указать, соответственно, полный путь к файлу, который нам нужно будет выполнить. Также для облегчения настройки задач крон был создан список специальных переменных. Их вы видите ниже. Они заменяют первые пять пунктов настройки задачи. То есть атрибут используется для запуска файла только один раз при запуске операционной системы. Следующие используются
переменные для запуска раз в год, для запуска раз в месяц, раз в неделю и каждый день. Также стоит упомянуть о важных аспектах настройки задач крон, забыв о которых пользователь рискует не получить желаемый результат. И эти аспекты важно помнить, чтобы работа крон была корректная и такая, какую пользователь хочет увидеть. Первый аспект. Каждая строка таблицы должна содержать только одну задачу, и также задачу нельзя переносить на разные строки. Таблица в файле crontab обязана оканчиваться пустой строкой, иначе либо будет проигнорирована последняя из задач, либо будут проигнорированы все задачи файла. И указанный в задаче файл для запуска не должен задержать в своем имени точку. Давайте рассмотрим несколько примеров. Первый из них самый простейший — запуск файла каждую минуту. Все первые пять, извините, пунктов задачи проставлены звездочками. Второй пример. Запуск происходит раз в 10 минут. Мы для этого используем с одним из пяти пунктов минуты слэш, и тогда ставим значение числовое, раз во сколько минут нам хочется это делать. Также можно использовать это с днями, с днями и с месяцами. Третий пример показывает, что можно использовать запятые для обозначения точных временных рамок. А именно, на данном примере показывается, что запуск будет проходить в 5:35 минут 5, а именно 16:05 и 16:35 каждого дня, потому что день и месяц проставлены звездочками. На четвертом примере мы видим, что запуск файла будет происходить в 0 минут 0 часов, именно 12 часов ночи, воскресенье, потому что день недели отмечен ноликом. Стоит пояснить, что дни недели нумеруются цифрами понедельник 1, вторник 2, а воскресенье — это либо цифра 7, либо 0. Это уже по усмотрению пользователя. Также можно дни недели оставлять краткими названиями на английском. Например, воскресенье — sun, понедельник — man и так далее. Похожие программы крон. Планировщик задач крон — это бесспорно хорошее средство для автоматизации некоторых процессов в операционной системе и для упрощения работы пользователя. Крон, как и многие сервисы, не является единственным в своем роде и также имеет аналоги. Для вас представлены аналоги крон для Linux, это Anacron, Fcron, Ashcron и Jobber, и также существуют аналоги крон для Windows. В Windows даже существует встроенная программа планировщик заданий, которая, в принципе, осуществляет все действия, которые может осуществлять крон. И давайте подведем итоги. Крон — это довольно удобный инструмент для автоматизации запуска различных задач по расписанию. Задача крон — это одна из строк в файле крон, а именно верно заданное время и полный путь к файлу, который необходимо будет запускать. Крон стандартизирован и довольно прост в использовании, но при том он имеет строгие правила настройки, которые важно помнить и нельзя забывать. А также существуют аналоги крон для других операционных систем. На этом у меня все. Большое спасибо. Большое спасибо. Есть ли вопросы? Ну, у нас на сегодня очень мало народу записалось. Много на следующий раз. Ну, тогда на сегодня мы, наверное, завершаем занятие. А какие-нибудь вопросы есть по лекциям, по семинарам? Если нет, тогда до свидания. До свидания. До свидания.